Как мы на сегодняшний день уже знаем, ну кто не знает, погуглите, пожалуйста, информации много об этом, что в кальдеру Йеллоустоун начали закачивать жидкий азот. До этого закачивали воду. Надо понимать, что вулкан уже, как говорится, пришел к своему взрыву. Но так как люди любят как бы совать везде нос свой, ну вот они, получается, тут тоже сунули свой нос. Но что в дальнейшем выйдет из всего этого дела, что, в общем-то, затеяли ученые? Дело все в том, что, конечно же, кальдера, вернее, магма в земле, в кальдере, она соединена с магмой, допустим, под Калифорнией. И вообще вся магма на земле, она соединена между собой. И, а вот самая ближайшая магма к кальдере, она соединена с магмой под Калифорнией. То есть сейчас получается не то, что магму тушат, а то, что магма перетекает под кальдеру. И ну как бы получается, что в одном месте зашивает дыру, а в другом, в общем-то, дыра образуется. Все то, что связано с вулканом, как я и говорила, с 2015 года, с мая, вернее, с конца апреля 2015 года, да, все, в общем-то, так и получается на Йеллоустоуне. То, что я говорила, что вулкан начнет работать, действовать именно в мае 2015 года. Он и начал с этого. Но надо помнить, что взрыв, он ведь не бывает резко и разом. Но это людям кажется, что резко и разом. Вот, допустим, та же Помпея сгорела, потому что Везувий тоже не резко и разом, в общем-то, полыхнул, а все это длилось какие-то годы, и, соответственно, там были и землетрясения, там и было дрожание зданий, и дрожание земли, все это там было, потому что об этом пишут и как бы старинные записи, что это было, и только потом он, в общем-то, полыхнул и сжег всю землю вокруг. Точно так же и на Йеллоустоуне. Но тут опять полезли люди со своими 5 копейками, и в конечном итоге они из одного чего-то сделают как бы другое что-то. И тоже, в общем-то, негативное. Я уже говорила, что именно при Трампе США произойдет какой-то сильный катаклизм. И именно Трамп... Именно при Трампе, Трамп, вернее, и будет восстанавливать как бы новое США. Это уже как бы, ну это я уже, в общем-то, давно говорю, еще и когда Трампа выбирали, что Трамп погубит Америку, но также ее и возродит. Поэтому наблюдаем, что и как будет. Я, конечно же, больше наблюдаю не в интернете, я больше наблюдаю своим ясновидением и вижу, допустим, что вот то место, вот где находится Йеллоустоун и вот где Калифорния, что-то ожидает очень сильное землетрясение. И это землетрясение как бы вот и будет спровоцировано теми действиями людей, которые они сейчас делают.